목사님 여기 한국에 오셨는데 만나서 너무 반갑습니다. 지금 приятно, что вы видите вас в Корее. Я благо... Слышно меня, нет? Я благодарен, что мы встретились здесь, в Корее, но перед этим у нас была хорошая встреча в Израиле, и мы стали друзьями. 저희 이스라엘에서도 너무 귀하게 만난 귀한 만남 가졌는데 이 땅 한국에서 또 만나게 되어서 너무 영광입니다. И скажи, сегодня самое важное, что вот вся вот мы первый день только сейчас здесь, но уже чувствует атмосфера любви. 그리고 오늘 너무 중요한 날인 것 같은 게 오늘 첫날인데 너무 이미 사랑을 많이 받고 있습니다. 세바 파스터. 그래서 너무 감사드립니다, 목사. 우리 그 저는 예, 목사님을 보면 제가 좀 네, 형제 같은 느낌을 받아요. Когда я вижу вас, встречу вас с вами, он чувствует как братья. Он чувствует так. Да, я тоже это чувствую. Мы это почувствовали вместе в Израиле на первой встрече, и мы обнялись и сказали, что мы будем друзьями. 그리고 형제 같다는 것을 첫날 이스라엘에서 만났을 때부터 네. 안으면서 느꼈다고 하십니다. 여기 한국에서 또 우리 교회에서 함께 세미나 하면서 더 많은 하나님의 어떤 그 기름 부음을 이렇게 서로 나눴으면 좋겠어요. И он говорит, что мы будем провожать семинар во время. И он хочет, чтобы изливать Дух Святой вместе. Амен. Амен. 네. Мы готовы. 준비되었습니다. Салам, салам.